Привет, ребята, я Димас, Cooks Brothers Who's канал. И сегодня мы приготовим такой вот салат, быстрые музыкальные банки, если так можно сказать, по-разному его как бы называют. Но салат прикольный, да, необычный. Сейчас все увидите приготовление. Ну, как бы там используются 3 банки в этом салате. И сейчас пойдем все это дело. Красная фасоль. Консервированные. Можете, если нет красной, возьмите консервированную белую. Ничего страшного. Также горошек консервированный. Баночка. Кукуруза консервированная, тоже баночка. Фирма может быть любая. Но в дешевых фирмах вот попадаются какие-то мелочевки. Но это не страшно, это просто при вскрытии, наверное, было. Как бы это вот 3 основные компонента. Горошек, кукуруза и фасоль. Лучше красная в этом салате. 3 баночки. Также добавляйте сюда любые вкусные орешки, сухарики, какие вам больше нравятся. Пакетик примерно. Также идет сюда зелень. В частности, лучше зеленый лук добавить. Мы добавили лук и петрушку у нас. Вот, и также чесночок, где-то зубчик примерно. Можете побольше добавить, как вам нравится, опять же, чесночок. 2 ложечки майонеза столовые. Какой у вас есть, какой вы предпочитаете. Можете сделать домашний майонез, как бы. Ссылочка будет вот тут сверху в описании, у нас есть на канале. И все, и просто перемешивайте все ингредиенты. Соль, перец на ваше усмотрение. Как бы на 3 баночки очень хорошо как раз хватает. Вот 2 столовые ложки достаточно с горкой майонеза. Все прям перемешивайте аккуратно. И у вас так все получается. Если вы любите майонез, можете там побольше добавить. Но получается достаточно прикольно. Он, все наши овощи, так как были консервированные водички, они быстро майонез это захватили. И как бы это все перемешивается очень быстро. Перекладываем в тарелочку. Чуть делайте горочку, может еще зеленцы добавить сверху. Будет более пикантно. Вот, и сейчас будем пробовать, что у нас получилось, что салатик. Соль, сахар тут не важна, потому что консервированные как бы имеют свой вкус уже. Эти овощи. А так можете присолить немножко, тем более майонез соленый и сладость с ним тоже есть, присутствует. Будем пробовать еще салат. Реально бомбический. Только есть его буквально надо в течение минут 10, потому что все-таки наши сухарики или гренки, что вы добавили, они просто будут хрустящие. Если он у вас полежит в майонезе уже, ну, полчаса, то сами получится хлеб какой-то получится у вас уже моченый. Не очень вкусный. Все чувствует, все идеально. 1 к 1 все. Пачка сухариков, 3 банки наших любимых овощей консервированных, наш любимый домашний майонез, щепотка зелени и чесночок. Всем приятного аппетита. С вами был Димас, оператор Антон Винни в нашем канале. Приятного аппетита. Охуенный. Как бы это.